Приготовьтесь к лучшему наслаждению вашей жизни. Спасибо. Я не могу. Но только не с ним, пожалуйста. Ради бога, мэм. Она еще не готова. Пожалуйста. Заткнись. За 100 гиней я положу ее с самим дьяволом. Хозяйка дома красных фонарей продала девственность Молли Фландерс за 100 гиней. До этого она говорила ей около пары десятков умовразумительных речей. Хозяйка дома красных фонарей продала девственность Молли Фландерс за 100 гиней. До этого она говорила ей около пары десятков умовразумительных речей. Самодовольный тон одновременно обеспечен. Вчера в притоне был прибыльный вечер. Она смотрела на плод, который молод и сочен. Малышка Молли мила, опытный глаз остается расчетлив и точен. Освещена свечами мансарда затухающий свет. Устами миссис откроется правда, которой в разуме Молли в помине нет. Иди-ка, девочка, сюда, затяни потуже мой корсет. Посмотри на роскошный туалет. Не могу решиться, что поделать с тобой. Не понимаю до сих пор, благодарна ты мне или нет. Я стараюсь доказать вам это изо всех сил, мадам. Слушай, милая, я не верю словам, назначая в этом доме свои цены телам. Тебе нужно будет уловить добычу, чтобы сделать приятно обеим нам. Научить тебя читать мужчин по слогам. Говори то и делай то, чтобы отвечать их желаниям. Чтобы видеть из этого пола веревки, нужно быть одаренной особенным обаянием. Ты наделена этим орудием. Хозяйка дома красных фонарей продала девственность Молли Фландерс за 100 гиней. До этого она говорила ей около пары десятков умовразумительных речей. Клиенты любовались тобою вчера с полуоткрытыми ртами, как островитяне перед северным сиянием. Готова поспорить, твои губы не были знакомы ни разу с целованием. Они желают увидеть в тебе невинного ребенка, глаза которого полны страсти, похоти жеребенка. Заманивай мужчину глазами, чтобы плоть окаменела, а мозги тогда растают сами. Скажут и сделают все, чтобы обладать твоими телесами. Над каждым мужчиной, который был в этом доме, у меня была такая власть. Иди вперед, похорони достойно свою честь. Этим вечером аукцион и самый дорогой лот Молли на нем. Твоя девственность. Хозяйка дома красных фонарей продала девственность Молли Фландерс за 100 гиней. До этого она говорила ей около пары десятков умовразумительных речей. Хозяйка дома красных фонарей продала девственность Молли Фландерс за 100 гиней. До этого она говорила ей около пары десятков умовразумительных речей. 100 гиней. Вот это настоящая жена. Кто-то еще 100 гиней. Договорились. Берите.